канал улицы Москвы, и в этом выпуске мы прогуляемся по довольно интересной и красивой улице в окрестностях Китай-города. Это улица Забелина. Вот она здесь между Солянским и Старосадским переулками. Часть сейчас пешеходная. Сделали вот очень красивые тут виды наверх. Ну, естественно, улица является популярным тусовочным местом. Много тут различных заведений, кафешек. Ну, пока они, кстати, работают на вынос. Еще в связи с неблагоприятной ситуацией вот такие ленточки тут. Ну, хотя, мне кажется, все равно некоторые люди как-то обходят эти ограничения. Но вот подъем прям очень классный здесь. Я как-то думал, даже эта улица подлиннее, чем 200 метров. Ну, взглянем в обратную сторону, Китай-городу. К Славянской площади. Здесь вот применимы строки: там русский дух, там Русью пахнет. Я думаю, к этому месту. Но здесь улица, как я понимаю, впадает в Старосадский переулок. Большой Старосадский. Ивановский монастырь. Иоанна Предтеченский. Большой, а просто Старосадский. Что-то туплю уже. Посмотрим Китай-городу. Приятное место. Старосадский, по-моему, был у нас на канале. Туда вправо Малоивановский, влево Хохловский.